Привет всем, вы на канале Bear и Game. Мы продолжаем проходить The Vanishing of Ethan Carter. Исчезновение Итана Картера. Исчез такой. Перед тем, как исчезнуть, он написал записку. Я скоро исчезну. У меня проблемы. И исчез. Мы с вами поставили блуждали по такому красивому месту. Да. Ну, касаемо технических всяких там действий с игрой, мы поставили польскую озвучку, как вы нам предложили в комментариях, и по мере вот сейчас какие-нибудь, может, диалоги будут, мы узнаем, будут ли они переводиться или нет. Так что спасибо за подсказки, но если они не работают, то... Ты знаешь, что нам человек подсказал еще Смор, который Смор Утопии с нами, давно он уже с нами. Это хорошо. Да. Ну, давай будем бродить, вести беседу. Ну, в общем, в прошлой серии нам что стало еще известно? Что у Итана была мать, да? И что ее заколдовала какая-то ведьма. Она очень хотела иметь ребенка. И она попросила у этой ведьмы ребенка. Та сказала, у тебя будет ребенок. И да. После того, как она родила ребенка, она стала очень быстро то ли стареть, то ли она некрасивой стала. И она сказала, давай-ка ты мне обратно красоту верни. Она такая, ну ладно, верну, только я у тебя ребенка заберу. То есть, либо то, либо теперь то. Теперь мама красивая и снова ждет ребенка. И так по кругу. Да. Но она любит этого Итана, и она действительно отправила его куда-то сюда, видимо, на этот остров. Будем искать ведьму. Что это было? Это что-то было? Или мне показалось? Показалось. Да ты ведьма! Есть где здесь где поблуждать? Да, можешь блуждать долго. У церкви у какой-то были, тоже там... Какие-то вороньи ритуалы. Вот мы к ней, кстати, идем, да? Вот какие-то могилки здесь. О, РЖО. Российская железная дорога. Может это поменять там текстуру? Что-то тормозит игра. Да не, тебе кажется. Ничего не кажется, я могу... вижу. Видишь, притормаживает. Когда ты поворачиваешься, она притормаживает. Так это я мышкой так веду. Так меня... она, вот когда текстура нормальная, она так и не тормозит. Ладно, нет, как-то. Она нормально держит. А, ну да, я тоже верчу головой. Да, у меня тоже все... Да, точно, так точно, значит, все правильно. У меня тоже все помутнее. Мне надо текстуры немного в голове поменять. Нет, когда у нас тормозило, это ты вспоминай этого Вольфенштейна, Old Blood, когда у нас тормозило. А эта игра нормально, все с ней нормально. Все, я уже не могу здесь блуждать. Кладбище, церковь, я не хочу здесь блуждать, я пойду отсюда. Не хочу. Что, в общем, какие-то вороньи ритуалы здесь проводили, что-то с птицами связано. Запомните, все будут на кладбище и в ролях человека, и в ролях не человека, а трупа. Вот так вот, каждый побывает на кладбище. Тебе бы только ужасы рассказывать. Страшные истории, ужасы. Каждый хоть раз был на кладбище. А если не был, то побываете всегда. Все впереди. Если денег хватит. Ничего. Листочки, осень. Ну давай у листьев спросим. Как можно у листьев да. Что-то спрашивать? Кто песню тебе писал? Что можно у листьев спрашивать? Ну, давайте я сейчас, не знаю, у линолеума спрошу линолеум. Дай мне чего-нибудь пожевать. Текст и конец. Ну, давай куда-нибудь уже что-нибудь найдем. Банку хоть найдем какую-нибудь. Кого? Банку. Ржавую какую-нибудь. Кто-нибудь ел консервы, там найдем слюни. И слюней какие-нибудь бактерии, и поймем, что да, это был Итан.
много видим зелени и деревьев. Сколько здесь камней, да? И все зеленые. Мхом поросшие. Что такое ясень? Это мох-олень. Ясень? Нет, как же мох? Мох для оленей, как же он называется? Забыл. Мох для оленей. Нет, еще у него есть название. Ну, бегай, да, бегай. Оленей мох. Натренируй, нет, по-другому. Натренируй ноги нашего детектива. Он скоро состарится еще сильнее от такой пробежки. Куда идти, чего делать? Как-то состарится. Он наоборот будет как Карл, прокачанный, как Карл из Сан-Андреаса. Когда мы его там бежали, он у него что-то там прибавлялось или что-то прибавлялось, что-то убавлялось. О, мы подошли к какому-то домику. Да, здесь? Неплохо. Бежишь, у Карла ноги, там что-то накачивается. Не, когда, по-моему, мы бегали, у него наоборот все что-то сдувалось. Ему нужно было заниматься тяжелые грузы поднимать, чтобы накачивать его. А так у него там, ну, какая-то выносливость росла тоже. Неужели тоже дом нашла? Ух. Ой, какое отвратительное место. Какое-то заброшенное. Чувствуешь это? Что-то. Ты ведь чувствуешь это что-то? Приближается из дома Вандегрифа. Чего? Итан потревожил спящего. И вот. Прав, ты оказался наш товарищ давношний. Спасибо большое, благодарим вас. Очень удобно, я читать вообще не успевала. Ай, башка. Что они там? Жесть, вот это неурядица, ставишь чешский, если читаешь по-русски. Mm. Конечно, для этих, для актеров озвучки они помедли, текст сделали подольше, конечно, потому что те не успевали читать текст. Ну что? А для нас как это, блин, 3 секунды и выключают. Так что спасибо, спасибо тем, кто подсказал нам, написал. Не тем, а один, да, человек. Да, один человек. Ну, имя японское, так что я не смогу. Я Машама как-то так. А-а-а. Кимакаши, как-то так. Приблизи текст. Приблизить как? Зомби. Вот это все зомби. А вот это не Итан стоит, маленький мальчик? Какие-то люди стоят. Может, здесь что-то читаю. Написано? Дед вас сет. Мам вас мат. Тревис вас лот. Грамп вас квест. Дядя. Мама должна. Мама быть обезумевшая что-то. Мама должна мясо. Дядя. Папа был. Отец был. Садомазохист. Сидел, что ли, или что-то такое? Садись, сидел. Папаша в тюряшке. Мама мэтш безумная. Грэм. Я читаю Трамп. Дедушка был безумным или чокнутым. Дядя Кал был мясником. Квест или что там написано? Да, бродил, что да, ли? Да, бродяжник. Бродяга был. Вот, в общем, вся семья липа. Текст. Труба. В день, когда сняли это фото, дядя Чат был недоволен. Папе было грустно. Мама была в бешенстве. Трэвис шумел. Дедушка вел себя тихо. Какой у нас перевод был, да? Зато у нас по-хорроровски, да, как-то было уже прям атмосфернее у нас получилось бы. Ну, зачем вы испортили своим переводом наш перевод? У нас круто было, у нас было. Тебе нужно поговорить со своим сыном. Он снова шастал по дому старца Вандегрифа. Он сказал, что нашел какую-то потайную комнату. Да, правда? Хорошо, я пойду поговорю с ним. Знаешь, на что игра похожа? То, что ты играла. Layers of Fear? Ну, жесть, ё-моё. Почему жесть? Нормально. У коня съели. Нормально, Layers of Fear, хорошая игра. Да, ну я нафиг. Я впечатлена этой игрой. Сюда еще можно... А, здесь мы были. Ой, дай пройти. Кто-то где-то топчет. Пойдем сюда скоро. Ох, ужасные катакомбы. Развалины. Становится все хуже. Они все без умолку продолжают говорить об этой штуке, о спящем. Знаю, но я не уверен, существует ли этот спящий на самом деле.
Это же Элайерс и озвучивал. Вот этого играл, самого главного. Папашу чокнутого. Это он же и есть. Хоть у меня наушники такие поганые, за 50 рублей купленные в интернет-магазине. Но у меня уже одно ухо работает. Не, ухо-то два работает, наушник. Ты не наушник. Нам. Других вариантов нет. Этого хочет сам Итан. Вы с ума сошли? Вы все с катушек слетели? С катушек слетели? С каких еще катушек? Как с них можно слететь, кабдец? Стоит катушка, и я с нее слетел. Ну, разные выражения. Да уж, катушек слетели. Чего я там говорил, забыл, в общем. Перебили меня эти безумные. Где мы еще не были? А, почему наушники называются наушниками? Жесть. Я же не на ушах их ношу. Это вушники. Вушники, а не наушники. На ухо. Вот я вешу на ухо. Ля. Наушники, это значит, на уши одеваются. А это другое. Это не наушники, это вушники. А вши должны называться не вши, а в кожи. Они по голове бегают, среди волос, прокусывая скальпик. По твоей логике, да? Вушники. О, смотри, шалаш. Шалаш. Для блох. Ну, в общем, тогда все, здесь мы и закончим. Ага. Конечно. Ну, ходи, ходи. Жесть, бродилка, точно. Бродилка. Ну, давай, поболтай про вушники, ну, про еще что-нибудь придумай. Не буду ничего болтать. Нам всем нравится послушать твой бред. Да. Ну, это не бред, это, конечно, мысли. Да, да. Ужас, ой, как ничего нету. Что произошло-то? А что произошло? Фиг его. Вместо манекенов валяются кирпичи. Все, мальчик здесь только один. Ребенок здесь только один. Это Итан. Значит, значит, он что-то там натворил. Маленький пакостник. Возьми книгу, вырвем листочки, потом где-нибудь под кустик сходим. Пойдем. Это прям... Как это, кресло Шерлока Холмса, да, какое-то? Ну, да. Тут, конечно, завалено. То есть но это уже бомжа Шерлока Холмса тогда получается. Не, ну если прибраться, тут прям стол, ну, значит, кресло. Тебя там не хватает, давай, давай, иди прибирайся. Света нету, туалета нету, помыться негде. Ну, слушай, ты же видишь, это все разрушено. А там нету ни ванны, ни туалета, ничего нету. Вообще даже намека. Ты что, уже жить там собрался? Я не хочу говорить. Это же компьютерная. Сколько здесь бродить? Жесть, только и начали вообще играть. Подвал. Ой. Ну скажите что-нибудь еще. Кружочек обошли. И пойдем вниз. Еще кажется, что это труп какой-то лежит, а это какие-то бревна. О, наконец-то вышли воздухом подышать. О, дровишки. Нормально. Водичка, водичка. Почему такой остров одинокий? Почему он заброшенный? Что вообще случилось? Опять мы вышли к этому мосту. Домик на холму. Голодный... Голодный Гулькин рот. Да? Вот еще один домик. Мы в нем были. Разве? Да. О! А там мы были? Были. Навряд ли. Ну, иди туда. Вот в этом я не помню, чтоб мы были. Были мы в этом, были. Да? Да? Разве были? Ну, были. Почему здесь прочитать? Потому что мы это уже читали.
Зачем такой звук делал? Не увижу, это здесь телепортация маленькая. Прыгай туда. Да, как нам туда попасть? Там вроде бы что-то есть. Нам как-то туда надо попасть. Ну, как попади, нам туда как-нибудь. Попасть? Попади туда как-нибудь. Спуск, что ли, какой-то? Пойдем по этим вот. Вот сюда сейчас попробую свернуть. Да, вот, наверное, спуск идет. Включили музыку, спасибо большое. Атмосферы добавить немножко. Что это, лифт? Лифт вызывается? Еще чего? Ничего не вызывается. А спрыгнуть можно? Ага, и каюк. И спрыгнуть нельзя. Блин, нам туда надо срочно. Ну прыгай, полетим. А там что? Что, провода какие-то? Может быть. Мост был. Игра не тащит за руку вас. Вы сами тут все находите. На целом острове побегай, поищи здесь. Что здесь? Ничего не спрятано. Ладно, попробую еще ниже пройти. Дайте нам таки такую возможность. Не дают, смотри. Мы хотим вниз. Мы хотим обследовать там. Попробовать сюда сходить. Здесь какое-то место. Что такое? Блин. И здесь какие-то камушки. Камушки. Коричневые. Как бы нам пройти? Мне вот почему-то кажется, что куда-то туда. И карты даже нет. Не дали карты. Вот я сюда попробую пройти. И здесь мы уже были. Да, мы здесь были. Ты в этот угол заходила. Да, я помню этот угол. Я вспомнила. Скоро ты здесь будешь помнить каждую веточку. Ну так что все уже фига. Ничего не нашли, в общем-то. Можно здесь уже притормозиться. Так что все. Он не забирается на камни. О, пещерка? Не. Может быть, сюда? Он не забирается на камни. А жаль, а зря. Здесь тоже ничего такого нет. О, в этом. Ну, пойдем еще по дому походим. Это этот же дом? Да. Ну, и тогда я пойду дальше. Такое чувство, как будто мы что-то с этой церковью не сделали. Ну, в эту игру мало кто играл. Так что подсказок не будет. Вот здесь вот какие-то дома, может быть, там все и будет. Что-то такое важное. А там есть какой-то спуск вниз. Мы там были, как думаешь? Не знаю. Попробуем. А, мы там были. Угу. Как же туда спуститься-то, вообще не понимаю. Лифт этот. В этом домике мы были, да? В этом домике мы были. Там еще вроде были какие-то ходы. Подожди, там же еще были ходы. На той стороне. Надо бы и туда сходить.
Главное, что здесь сохранения проходят. Все нормально. Без проблем. Еще какой-то домик. Блин, хоть с моста прыгай в этот дом. Я хочу узнать, что там. Может, мы все-таки найдем этого бедного Итана? Вроде как вечереет. Или нет? Ладно, мы здесь еще не бродили. Что-нибудь можем и найти здесь, правильно? Камушек. Камушки. Тут тоже камушки. Да. А здесь у нас... Ули-ули-ули. Дальше, наверное, не пустят. Да. И сюда не пускают. Ну, хорошо, понятно. Значит, не пускают. Бум. Лу-бум. Да, тут, конечно, в поисках... Когда коту нечего делать, он всегда идет есть. А когда ему не хочется есть, он всегда спит. Прекрасная жизнь. Там мы ходили, интересно? Да, ходи. Ты уже везде ходил, вот так вот. Чтобы нам сыграть целую серию, нам нужно куда-то пройти на целую серию и услышать бред чокнутой семейки. Все, давайте это здесь закончим. Ничего не нашли, ничего не отыскали. 20 минут прошарокатались. Ну, я бы не сказала, что мы ничего не нашли. А что ж мы нашли? Ну, мы много чего нашли, ничего. На самом деле. А в домик зашли, послушали. Ну, по твоему мнению, ничего, по моему мнению, ну, мы нашли. По твоему мнению, мы много чего нашли. Все, здесь закончим. Обратно идем. Мы идем обратно. Ладно, опять на красивом виде тогда закончим. Да, хоть здесь везде виды, да, красивые. Хоть какой-то пробел в этой игре, красивый вид. Подписывайся на канал, ставь группу ВКонтакте, комментируй, поставь лайк. Пока.